Сменовцы в необычном формате узнают об атомной энергетике. Сотрудники информационного центра по атомной энергии проводят интерактивную игру «Логос Лото». В работе нашего центра мы часто выбираем интерактивный формат, для того, чтобы детям было интереснее узнавать о такой сложной отрасли на первый взгляд. Перед началом мальчишки и девчонки посмотрели 20-минутный фильм, из которого узнали необходимые факты для победы в игре «Логос Лото». Например, сейчас третий энергоблок Калининской АЭС выдает в час 1000 мегаватт электроэнергии. В целом станция обеспечивает треть потребностей Тверской области. Каждый участник получает две карточки лото. Цифры в ячейках карточки, номер вопросов, на которые нужно ответить за 15 секунд. Компьютер случайным образом выбирает номер вопроса. Затем на экране появляется сам вопрос и вариант ответов. И так до тех пор, пока первые 10 игроков не заполнят карточку. Всего 6 победителей. Ребята активно отвечали на вопросы, и самые смышленые получили призы. Мы молодцы. Мы ответили практически на все вопросы. Очень внимательно слушали. Это значит, что мы внимательные ребята. Да. Впечатления о наших подарках, ну, очень крутые.